Здорово, друзья! Новый роличек Мармока, хорошие игры, приколы, баги, фейлы, все такие дела. Погнали! Тихо, 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 шерстлявый, тихо! Это кабанчик? Покой. Это кабанчик, собака. Кабанчик, все, кабанчик. Волк. Шакал оставь. Всех положили, отлично. Я тут заметил одну пещеру. Я сюда не заходил в прошлый раз. Здесь по-любому что-то лутабельное. Он играет? Один играет? Будет. Без Джохана? Я понятно выражаюсь, да? Пока, видимо, не шибко, да. Густо, но что-то я здесь подобрал. Или его подобрали. Что за суета, нахуй? Ёбаный сырник! Сырник? Что такое? Фамилия твоя, быстро! Что сырник происходит? Что это было? Потому что никого вроде не было. Да я тут напал. Так а как? Там же смотри, пусто. Споткнулся, наверное, просто. Ну да. Споткнулся, кто-то обсосал его снизу. Типа дико флексим. А кто у нее версия? Это вот такая есть, да? И зимняя, все. Либо еще какая-то есть. Ну, по-моему, две. Улучшенная графика. Она как сколько старая, счастья. Но новая. Посмотрите на эти бревна. Физика. Физика как будто такая же, но типа новая. Да ебаный твой рот, блин. Реально, максимум брать. Стукай, стукай его, что ты ждешь? Да господи, я хочу дальше уже пойти. Ты не видишь, у него в башке насрано. Кончай, наконец-то. Можно я плюну на... Ебаболь! Что за хуи фокус? У меня аж яйца из трусов выпали. Блять, что это за хуй-то? Алло, вы меня уронили, вам нормально там? Нормально. Я в чистилище, что ли? Как выйти отсюда? Я не успел одеться, суки, меня выкинуло на мороз без шапки. Пустите. Пусти меня, дура. Артём. Прикрой меня, Артём, приеду, мне холодно, блять. Я лечу. Это приятно. Он еще и шагает по воздуху. Ай, блин. Неприятно. Сколько на тебе сейчас тоналки, мать? Точнее, вот она. Потому что это... Как эта штука называется, я забыл. Платформа? Лифт? Ну, то, что подъемник, да. Ну, в нашем случае... Платформа? Подспускник? Подспускник. Финикулер. Фуникулер. Нет, фуникулер, во, вспомнил. О. И куда мы на фуникулере спускаемся, да? Что это за помещение? Почему здесь туман? Где я вообще, блядь? Ты нафунял. А. Нигде. Ну, это очень ценная информация. Кому там еще куском гранита уши выпрямить? Нафиг такая вообще. Да капец, тут краснит все, у меня все, глаза. Все, смотри, Мармок, у нас был один и тот же вопрос всегда. Хороший. Что игра, за игра? Опа. Опа! Тут что-то начинает начинаться. Что-то с видимостью, что-то... Один пистолет? С моими глазами уже, либо... Это баня, либо контент, так должно быть. Я не понимаю. Блин, женщину не видно. Только пистолет видно. Смысл а, играть в эту игру тогда? Смотрите, когда я целюсь... Способность у такая, видимо. Ход, да, невидимка. А когда не целюсь... Или просто баги. Я еще ни хрена не понял, но я чувствую, что я скоро пойму. Это вертолет там чилит, что ли? Там вертолет на пузе лежит просто. Чилит стоит, смотри. Недавно разбился. Как будто бы я в ахуе, что ли. Эй! Вы чё тут это шум мне сделал здесь, блядь? Я тут себя гуляю, а тут шумно. Ты как-то чё, они нормально гуляю, лежат, да? На гранату на пёс. О. Блаженная тишина. О, какая соседями так шумными надо делать, да? Прекратилась крутиться эта санная вертушка, как хорошо-то стало сразу. Другие вертушки. Мармоку чисто везет. Всегда. Проблема у нас комплексная. Все вертушки. Вертушка-то прекратила, но... Как вы так везет? Они только что не придумают. Ладно, где там машина? Он сам создает баги. Ну. Нихера ты в другом селе почти. Что такое? Блять! Какого хрена? Чё-то у него не упало. Она еще летает. Они летают. Да. Корейцы, они все-таки взлетели. Они очень старались. Пешком так, пешком, что бубнить-то сразу?
Но он такой не особо питательный. Лучше мясо сожрать. А у тебя они вместе? Не, неплохо. Лаут. Неплохо. Я почти фуловый уже. Лаут 76. Где мясо? Что такое, блядь? Что такое? Что такое? Что за хуйня? Спонтанный взрыв взорвался. Тю-пу-пуп, блядь, и нихуя здесь нету больше всех. Тут ничего абсолютно. Слышь, что второй раз не прилетело. Тут взрыв был взрыв. Только что. Я видела. Не, не верю. Длинный такой. Ты пиздишь. Наркоман. Ты что ел? Я это сохраню. Я дерево погрызу. Что ты ел? Дерево погрызу. Я дерево погрызу. Тут на входе ловушка и связка из трех гранат. Я хотел их взять, а я их и активировал, блядь. Нужно. О, отмычечки. Иди. Я хорошо начал здесь открывать. Что такое приятное? Давай, чик-чик. Ой, не-не-не. Сейчас сломается. Подбирай. Следующую. Мало, 17 штук. Подбирай. Да нет, нет, влево, влево давай. Мало. Вот так, да. Еще. Открыл. Не-не, открыл, да. А это выход. Так старался. Можно просто обойти. РДР? А? Да, РДР. Это у них паровозик Томас? Да. Здесь я читал субтитры. Моки подключился. У меня вторая загрузка пошла. Я только пальму не успел даже разглядеть. Нет, вот, ты смотри, вот. Кто там стонет уже, блядь? Не бей. Пытаюсь тебя. Не бей мое лицо. Банан? Сразу. Банан. Графика. Стало хуже. Чувствуешь? Я же... Твой затылок стало хуже. Так, сразу хочу сказать, сразу. Давай на берегу разберемся. Мы команда, окей? Окей, смотри на меня. Джохан. Мы команда. Так что, если кому-то нужна... Где мы? А, кому-то нужна еда. А у кого-то она есть, но ему она не нужна, делимся. Если кто-то в беде... Помогаем. Если кто-то умирает... Ему явно не нравится. Закапываем. Чисто по-дружески. Вот это мы наполнили бардачок. Это, конечно, нам доставать и придется долго. Ой-ой-ой. Это игра про доставку? Да. Балансировка. Блин, только мармок так может. Кажется, не получилось тихо пукнуть. Как в действительности выглядит интеллектуальный диалог с другом в 5 часов утра? Зомби, криперы. Не, я хочу день. Я хочу... 5 утра это, видимо, не стали, а просто еще не легли. Какие ты любишь больше, оливки? Ну, или маслины? Джохан, есть маслины или оливки? Черные. Есть зеленые. В смысле оливки или маслины? Оливки это зеленые, маслины это черные. Да. Ну. Ну, это все оливки. Я ничего не люблю. А я люблю зеленые. Я баба-то по-прежнему. Старая. А я старый мужик теперь. Не может старая, быть, а в возрасте. Прошу немножко уважать. Баба в возрасте. Куда что-то пошла, блестит. Косоглазая дорога, а тут блестит здесь. Что-то, смотри. Письмо какое-то. Это надо смотри. Все это как бы чекать. Ghost Towns of the Nothia. Как перевести? Да она сама кладет их, блядь. Да ты тупица. Да погоди, да дай, да разобраться. Почему? Что за бред? Надо удерживать кнопку эту. Естественно. Я забрал тебя. Пошла нахуй. А я тебе не дам, мразь. А я забрал уже. Что? На голове стоит. Что? Как же все-таки хорошо здесь. Вы посмотрите на эту ностальгически. Ну, а где оттуда? На эту природу. Здесь все помню. Прекрасно. Возможно, и нет. На может, эту нет. Фауну. Давай, сейчас смотрите, какие-нибудь утопцы. Смотрите, там медведь спит. Он точно спит? Ооо. А там вообще напомнило. Смотри в этого. Какие-то из приколов. Помнишь, какая-то заставка «Танцующие медведи»? Это мне очень напомнило. Это Балтимора? Нет, Академия Смеха. Академия Смеха? Была хуйня. 12 блоков. Нет, грустная пещера. Что-то мы не находим больше нормальной пещеры. Зелененький. Крипер будет приближается, очень опасно. Взорвался. Смотри, взорвался удобно. Что? А там огромный. Там, вообще, а да. Говорю, мы нормальной пещеры не находим. А здесь золото, собственно.
железо. А прыгать нельзя же. Куча всего. А как, а что делать? Меня, блядь, давай я тебя затпешу прям вот грамотно. Ты хочешь упадет? Да, сейчас туда вниз. Нет, прям. Точно, нет, в лаву. Нет. Ой, нет. Стол. Пока. А это наш знакомый великан Володя. Но в этот раз мы с Володей долго тючкаться не будем. Володь, полежи, пожалуйста, у тебя ж спина, полежи. А просто украдем золото и уйдем. Володь, спокойно, Володь! Володь, спокойно! Володя. А Володя фиолетовый. Не верит погоде. Сам фиолетовый. Ты шо, Володя? Ты смотри, как падаешь, когда я тебя роняю. Ты ж большой, поломаешь еще что-то себе. Володя спокойный. Так, значит, смотри, что мы сейчас делаем. Может, не надо? Не работает. Как ты, наверное, уже понял, у меня не было плана, я просто импровизирую. Володя твердый. Он, походу, на прямой линии с космоса. Пора возвращать Володю на землю. Прости меня, но я только так умею. Как говорится, у каждого додика своя методика. Ожил Володя! Зря он его трогал. Узвал. Да, однозначно. И походу на меня. Дыши глубоко. Успокаивайся. Кажется, успокоился. Ну чё, Володя? Финальный анальный удар. Чего, блядь? Как это понимать? Ты чё, не умер? Восстал и пошел куда-то просто грузно. Обиделся. Ну, расстроился. Я унизил великана. Унизил. Колдусал. Великан засал! Все развернется? Да. Классика. Холодные руки. У меня потные ладошки, у него холодные руки. Мира. Потрясающе. Ты ебанутый, что ли? Все. Всем привет и спасибо за просмотр. На этом это все. Без. Кстати, не забывайте, да. У меня с Аркашей есть сервак по GTA. Заходите туда. Я сейчас забываю постоянно. Ссылка будет в описании. Ты там не играл ни разу? Можно будет увидимся в следующем видео. Пока. На серваке Мармока. Давай просто с кем-то поиграть. Одному неинтересно. С кем-то. А представь, если будешь там ходить и наткнешься на Мармока, ты же можешь же быть такое? Мне кажется, ты знаешь, если ты... Очень-очень-очень маленькая вероятность. Да. Мне кажется, его сразу там облепит просто куча людей, сразу такие: о, Мармок, ты живой сервер. Мармок, относись. Сервер Мармок, это получается, как Мармок, это как личный бог этого сервера получается. Ну да. Это как суперстар такая, сходит до небес, до своих подписчиков, это прям уу. В общем, спасибо тебе за просмотр. Лепи свой драгоценный, ценный, сногсшибательный, опупенный лайк. Увидимся совсем скоро. Пока. Неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.